Hello, my dear English lovers, Veronica from Free Talk with you, and yet another video for our video blog. Today I'd like to talk to you about films, watching films in English. Итак, прекрасный способ, очень приятный, одновременно полезный, если вы все будете делать правильно. Это просмотр фильмов на английском языке. Ну, действительно, ни для кого не секрет, что при переводе, при дубляже мы все равно теряем какой-то процент настоящей игры актеров, потому что не может актер, который сверху озвучивает русский, на оригинале текст также выразить эмоции и также это все отыграть, как Брэд Питт, Анджелина Джоли, не знаю, кто ваш любимый актер. Поэтому, конечно, это очень здорово, это классный стимул для изучения английского, способность смотреть любимые фильмы в оригинале, погружаться в них полностью. Как же работать с фильмами? Конечно, сразу включать оригинал суперсложного философского фильма и пытаться в нем разбираться, это не принесет вам ни удовольствия, ни пользы. В идеале начинать нужно с того, что вы уже хорошо знаете. Что-то, что вы много раз смотрели, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Можно начать с английского звука и русских субтитров, хотя я это не рекомендую, потому что мозг, он немножко ломается, ему все время нужно переключаться с русского на английский. Кроме того, мы же ленивки все подсознательно. Вы будете читать русский текст, английский будет мимо ушей у вас проходить. Но тем не менее, следующий этап, или даже самый первый, если у вас это получится сразу, это английский звук и английские же субтитры. Здесь у вас есть возможность всегда поставить на паузу, разобрать что-то непонятное. То есть действительно очень полезно, и вы это можете делать опять-таки с друзьями, в любое свободное время. Ну а потом уже, после того, как вы хорошо ознакомились с материалом, вы посмотрели его с субтитрами, смело включайте на английском, без всяких субтитров, наслаждайтесь, и вы заметите, что вот эти знания, которые вы получили, новый материал, он будет у вас откладываться, и потом, без каких-либо усилий, вы расширите свой словарный запас, вы повысите уровень понимания. Так что обязательно watch films in English. It's a must see, it's a must do for all people who want to improve their English. So thank you for watching. See you soon, guys. Bye-bye.